Привет всем! Сегодня я снимаю видео о своих недавних покупках в магазине L'Etoile. Если вам интересно, то, конечно же, продолжайте смотреть. Первое, что покажу, это были два бальзама для губ. Блеск бальзам для губ. Вот так они выглядят. От L'Etoile. В таких вот флакончиках, которые очень-очень даже похожи на соответствующий продукт от компании Clarins, по-моему. Clarins или Клиник? Клиник, точно. Вот два блеска я купила. У меня в номере 205 и 206. 206 на камеру он почему-то какой-то красный. На самом деле он бежево-коричневый. Вот так вот выглядит. Вот такой вот носик. И сделаю на руке. Это действительно полупрозрачные блески бальзамы. Этот практически не виден на губах. Хоть на руке он смотрится достаточно плотным. На самом деле он очень легкий. Он нежный, прозрачный. И действительно он работает как бальзам. По крайней мере на моих губах. Он увлажняет, смягчает губы. Делает их мягкими. Выравнивает. В общем, мне понравился. Хоть я слышала разные отзывы на этот продукт. Но лично мне эти два продукта очень понравились. Я не знала, какой цвет мне взять. И поэтому я взяла два цвета. Вот это вот второй. Вот этот. Вот. Почему-то на камеру он красный. На самом деле нет, он не красный. Он бежево-коричневый, такой нюдовый оттенок. Вот. Блески мне понравились. Хватит их надолго. Здесь сколько здесь миллилитров? 10 миллилитров, поэтому пользоваться и пользоваться на лето, я думаю, будет отличный вариант быстрого ухода за губами. И следующий я прихватила, была распродажа косметики Буржуа, и я прихватила вот такой лак, который держится до 10 дней. У меня в оттенке 22. И выглядит он на ромашке вот так. Это такой вот на ромашке, он причем в один слой. Это глубокий какой-то коричневый с золотистым шиммером, с рыжиной. Очень насыщенный цвет. Разные тут камеры дают оттенки. Эти три продукта я покупала в начале марта, когда в L'Etoile была акция 40% на все, на всю косметику. И мне к моей покупке дали еще купон на скидку в 10% плюс к моей карте. Таким образом, у меня 25% карта и плюс 10% было 35%. И надо было до конца марта ей воспользоваться. И так как у меня закончилась сушка для ногтей от Sally Hansen, я захотела ее повторить, и грех не воспользоваться было скидкой, я пошла в L'Etoile за сушкой. Я приобрела. Моей любимой красной сушки не было, но консультант мне подсказала, что вот эта новая сушка, вот так вот она выглядит в таком темном, почти черном флаконе. Это новая сушка, это аналог предыдущей, только в новом оформлении с улучшенной формулой. Насчет формулы я не знаю, я не сравнивала ингредиенты, насколько здесь действительно они совпадают. В бутыльке это стандартный бутылек Sally Hansen, такой вот пузатенький, с длинной, похож на, как сказать, по оформлению есть сыворотка Genifique от, в общем, Genifique. Такая вот кисточка. Длинная,
стандартная кисточка для всех уходовых продуктов. Что могу сказать? Сделала я уже маникюр с этой сушкой. Да, действительно, как и предыдущая сушка, она быстро высушила мой маникюр, мой лак. Единственный минус, который я отметила конкретно вот в новом оформлении, в новом бутыльке, это то, что он полностью темный и непрозрачный. Возможно, как-то это будет лучше влиять на то, что сушка дольше будет оставаться в рабочем состоянии, не густеть, не сохнуть, и прекрасно им можно будет пользоваться дольше, чем в красном бутыльке. Но минус в том, что здесь абсолютно не видно, сколько продукта осталось. Здесь 13,3 мл, я не знаю, либо на кухонных весах взвешивать, либо просто на вес. Но вот это для меня такой небольшой недостаток, что я не вижу, сколько продукта осталось в сушке, нужно ли запасаться новым средством, бежать в магазин или еще есть у меня время. Вот. Далее на этом же стенде я увидела еще одну новинку. Это была вот в такой коробочке. Вот такой вот гель. Вот здесь он располагался, вот в этом пластиковый. Это гель для восстановления кутикулы. Но здесь написано масло для кутикулы. Вот так выглядит. Мы открываем крышечку наверху, и у нас здесь вот такой кончик. Мы надавливаем, и у нас появляется, сейчас я вам покажу, вот такой вот гель, гелеобразное средство. То есть это не масло, это как вот, как объяснить, такой вот как желе. Оно не растекается, оно само не распределяется, как вот масло, когда вы мажете, наносите на кутикулу, капаете, например, капельку, и оно распределяется по кутикулу. Нет, этот гель, он вот, вот я его на палец нанесла, вот он никуда не делся. Он остался в том виде, в котором я его не нанесла. У него легкий, приятный дыневый запах. Пахнет дынькой. Да, кто любит дыньку, дополнительный плюс. Да, действительно, мне это средство тоже понравилось. Оно легко распределяется. Его можно наносить поверх маникюра, то есть на кутикулу, и втирать потом пальчиками, делать такой легкий массаж. Оно мне действительно понравилось. Работает, увлажняет кутикулу, делает ее вид ухоженным, красивым и надолго остается вот это вот чувство увлажнения. То есть не хочется каждый час хватать там какое-нибудь масло или крем или еще что-то для кутикулы, чтобы ее увлажнить. Вот. Это для меня большой плюс, потому что у меня очень сухая кутикула и постоянно, если за ней не следить, могут появляться заусеницы, что я очень не люблю. Вот. Прекрасная вещь. Рекомендую попробовать новинку. Тем более это было со скидкой 35%. И в подарок мне дали журнал L'Etoile. Стандартный журнал, в котором был пробник. Пробник водички. Это подарок уже от Guerlain. Он выглядит, ну, то есть стандартный. Стандартная миниатюрка. Здесь написано, что новое платье кутюр сшито из свежих цветочных аккордов с гламурной отделкой древесных нот. Раньше мне этот аромат вообще как-то не очень нравился. Он для меня был сильно древесным, сильно пудровым, сильно вот каким-то тяжелым вокруг меня, то есть он не ассоциировался у меня с легкостью, с нежностью и так далее. В общем, он мне раньше не нравился. Этот аромат я послушала. Во-первых, первые его нотки, вот как только вы его нанесли на руку или на себя,
первые нотки открываются, это запах вишни, запах, слышен аромат, вот кто пробовал, от Нина Ричи, вишневые, вот, вишневая туалетная водичка, вот первые нотки этого аромата именно такие, для меня, по крайней мере, отчетливый запах вишни. Очень приятный аромат, мне понравился. Кто любит подобные ароматы, рекомендую потестить, рекомендую послушать, прийти в магазин, нанести на себя, выйти погулять, чем он откроется, этот аромат, какими нотками дальше. Потому что дальше запах, вишневый аромат, он пропадает, черешневый такой аромат, и открываются другие нотки. Я на самом деле не очень умею описывать туалетные водички. Буду учиться, конечно, но этот аромат мне определенно понравился. Возможно, даже я приобрету полную версию. Вкусно. Собственно говоря, все. Это были все покупки в магазине L'Etoile за последний месяц. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем пока!